Доброе утро, люди, партнеры. Сегодня я хочу обратиться к сетевикам. Именно наша профессия самая востребованная на сегодняшний день, самая интересная и, в общем-то, дающая большие результаты. Меня зовут Алла Князева, мне 54 года. Прошу прощения за голос, только прилетела с Дубая, немножечко простыла. Но это мне не мешает все равно активной быть и, в принципе, еще рассказать идею другим людям, другим сетевикам о том, что сегодня происходит на рынке. Ребята, дорогие сетевики-труженики, если в вашей компании все идет шикарно, все идет именно в рост, команды растут, то не имею волнения. Но на сегодняшний день картина сложилась такая, что как только я начинаю именно все-таки доверительную беседу, то те сетевики, которые говорили, нет-нет-нет, у меня все шикарно, нет-нет-нет, у меня компания самая лучшая, нет-нет-нет, у нас все здорово, спустя некоторое время все-таки начали присоединяться именно ко мне в команду. Почему это происходит? Потому что либо мы держим патриотизм, либо мы сохраняем какие-то небольшие веточки, либо мы поддерживаем именно иллюзию, что компания все что-то даст. Я могу сказать, что я вас всех понимаю. Я 20 лет отработала в компании Vision International People Group. Это дало мне именно, конечно, карьеру, конечно, рост, конечно, деньги. Но я могу сказать, что я была зазомбирована определенными вещами и не видела, практически не видела и не хотела слышать другие горизонты. Я вам могу сказать, что нас многих закодировали, что мы сетевые проститутки, если куда-то пойдем, или еще что-то. Но вы знаете, практика показала совершенно другое. Сегодня на российском рынке есть имена людей. Владимир Нерушаев, который именно лидером везде в нескольких компаниях был. Есть сегодня имя Ата Мамедов, который именно оставлял команды с большими чеками и начинал новое. Почему? Потому что в каждой компании есть определенные моменты. Или меняется маркетинг-план, или почему-то именно... Знаете, недополучение денег или какие-то межличностные отношения, когда, знаете, лидер вырос, а дальше ему потолок. Или, и таких или очень много. Я вам могу сказать, сегодня есть бизнес-возможность, которая именно основана на сетевом маркетинге. Но это краудфандинговая платформа CrowdOne. И в ней, войдя всего лишь на 109 евро, один раз сделать именно себе покупку бизнес-места. Люди путем сетевого маркетинга не имеют предела в заработках. За год и 4 месяца мне компания выплатила больше 1 000 000 евро. В первый месяц именно 10 тысяч евро, второй 30, третий 40, пятый 50 и так далее, и так далее. Как вы думаете? Вот где лучше именно компания будет работать, где высвободены силы у сетевиков? Там, где каждый месяц закупка, каждый месяц мотивация своих партнеров. 31 числа многие сетевики ложатся спать в карьере, а 1 числа встают, извините, не знаю, в какой квалификации будут. Сколько раз нас подводили именно когда кто-то не оплачивался, и мы оплачивались своими деньгами. И этого ничего нет в компании CrowdOne. Деньги получаем чистыми, можем выводить биткоином, можно евроми. Я не видела именно ни одной компании, которая смогла бы за 2 года привлечь 30 миллионов партнеров. И если люди выбирают сегодня CrowdOne и выбирают многие сетевики, то, наверное, причина для этого есть. Я могу сказать, дорогие мои труженики, остаточный доход многими из нас понимался таким образом. Выстрой команду большую, команда будет работать, а ты будешь получать при минимальной закупочке. Вот как раз мы неправильно понимали. Только CrowdOne дал именно остаточный доход людям в рангах по карьерам. Сейчас я объясню. Даже если моя команда не сделала ни одного рубля товарооборота, я каждый месяц получаю практически 9 тысяч евро. А ну как?
А теперь посмотрите, что происходит в ваших командах. Послушайте людей, которые вас приглашают в краудван, если вы не зашорены, если вы действительно открыты для предложений. Сегодня очень быстро меняется экономика. И все, что мы раньше делали, все, что раньше было, это, извините, как раз наши маленькие заработки. А сегодня в краудван можно изменить свою жизнь за один год. Если для вашей семьи это актуально, рассмотрите краудван. Если нет, сожалею.